стариками непростая штука. Не все умеют стариками быть. Дожить до старости еще не вся наука. Куда труднее достоинства хранить. Не опуститься, не поддаться хворе. Болячками других не докучать. Уметь остановиться в разговоре. Поменьше наставлять и поучать. Не требовать излишнего внимания. Обид, претензий к ближним не копить. До старческого не дойти брюзжанья. Совсем не просто стариками быть. И не давить своим авторитетом. И опытом не слишком донимать. У молодых свои приоритеты. Это надо ясно понимать. Пусть далеко тебе не все по нраву, но не пытайся это изменить. И ложному не поддавайся праву. Других уму и разуму учить, чтоб пеною не сходить при споре, не жаловаться и поменьше ныть. Занудство пресекая априори. Совсем не просто стариками быть. И ни к чему подсчитывать морщины. Пытаюсь как-то время обмануть. У жизни есть на всё свои причины. И старость – это неизбежный путь. А если одиночество случится, он достойно это пережить. Быть стариками трудно научиться. Не все умеют стариками быть.